сегодня у нас торжественный день. Мы подписываем очень важный проект, к которому мы давно шли. В этом году, пожалуй, не было такого крупного муниципального проекта. Сегодняшнее финансирование соглашения с городом Кременчук позволит городу практически полностью обновить подвижной состав. Кременчук was good and Кременчук was fast. Город очень хорошо, продуктивно с нами работал и быстро работал. Это не первый муниципальный проект в Украине, но это первый проект, который получил подобный грант от наших доноров. Треба якомога швидше, як колеги говорять, імплементувати її, тобто реалізувати і запустити перші тролейбуси. Для того, щоб кременчужани побачили результат цієї річної роботи, нашої спільної роботи з Європейським банком реконструкції і розвитку і з EFIP. Украина заново развивается. В связи с этим инвестиционный климат очень непростой для Украины. И любая поддержка со стороны Европейского Союза, европейских партнеров нам очень важна.